Середина сельхозсезона в самом разгаре. Агробизнесмены продолжают борьбу за будущий урожай. Посевная не подвела, погода благоприятствует, все идет по плану. Но, как показывает практика, все может кардинально измениться, ведь до уборки еще много времени. Сегодня в программе мы ответим на вопросы, на что надеются аграрии и какие итоги можно подвести уже сейчас. Казахстанские производители зерновых ожидают урожай не ниже 20 миллионов тонн. Немного больше половины этого объема будет пшеница. Такой прогноз будет реален, если погода не преподнесет сюрпризов. Ожидания Минсельхоза совпадают с мнением аграриев. Главное сельхозведомство страны прогнозирует урожай на уровне не ниже прошлого года, то есть 23 миллиона тонн в чистом весе. В этом году посевная прошла удачно. Мы посевную кампанию закончили в этом году за 25 рабочих дней. Так, начали 1 мая уже посевно, и 25-го уже последние поля засевали. Потом сразу после этого перешли к уходным работам, то есть борьба с сорными растениями и вредителями. И дальше уже пошли борьба с болезнями. Площадь весеннего сева в Казахстане в 2019 году приблизилась к 19 миллионам гектаров. Львиная доля посевного клина отведена зерновым – 14,5 миллиона. Масличными занято 2,7 миллиона. Под возделывание кормовых культур выделили 1,2 миллиона гектаров. Овощи бахчевыми и картофелем заняли 458 тысяч. Техническими – это сахарная свекла и табак – 144. Середина сезона, да, показывает. Вот сегодня по полям мы ездим. Видно итог работы. Все нормально, все классно, на хорошем уровне. Не так было только погода. То, что осадков выпало меньше. Весенний период. За два месяца только выпало 30 миллиметров при норме 70. Все остальное, как бы технологию выдерживали, вовремя посеяли, закончили сев 25 мая. Дальше уже приступали уже к защите посевов. Пшеница у нас в фазе колошения, а рапс цветение, лен цветение, горох тоже цветение, чечевица тоже в цветении. Ну, сейчас как раз середина. Вот дальше увидим налив, стручки, количество стручков, зерен в стручках. И будем судить уже о будущем урожае. Главный конкурент по экспорту сельхозкультур, Российская Федерация, в этом году корректирует прогнозы на производство зерновых. Еще в июне эксперты предрекали, что уровень будущего вала снизится со 130 до 126 миллионов тонн. В том числе объем произведенной пшеницы упадет до 80 миллионов тонн. Но любой прогноз для агробизнесмена – дело неблагодарное. В этом году, в принципе, благоприятные условия. Ожидали мы засушливый год. Но весна показала, что будет год неплохой, и это нас очень радует. Прошли вовремя осадки, правда, были весенние, весна была холодненькая, долго почва прогревалась. Но с учетом определенного времени все это нормализовалось. Поэтому в дальнейшем, конечно, не все так гладко проходит. Что-то повлиять, надо работать с болезнями растений. Вот это самое главное. Все остальное, я думаю, что июль ожидается теперь жаркий, температура будет повышаться. Нужно для фотосинтеза хорошая активность, солнечной активности. Поэтому думаю, что еще надо работать, пока окончательную точку ставить рановато. Аграриев беспокоит ценовая политика, поэтому казахстанские производители внимательно отслеживают ситуацию на соседних рынках. К примеру, если Россия наберет желаемые объемы урожая, либо погода повлияет на качество и объемы казахстанской пшеницы и получится высокий урожай, то цены на него начнут стремительно расти. Но повлиять на это аграрии не в силах. Сейчас и главная забота – уберечь урожай от вредителей и болезней. В основном сейчас пойдут болезни. По сорнякам практически мы отработали все нормально. В срок и вовремя. Сейчас надо будет отработать по болезням просто. Все беспокоит, но мы ежедневно делаем мониторинг полей, смотрим, своевременно опрыскиваем препаратами, пестицидами. Каждый день нужно быть в поле, и проблем не будет. В этом году среди вредителей самой опасной казалась капустная моль, которая в июне атаковала масличные культуры. Сейчас бизнесмены пристально наблюдают за появлением трипса. И так каждый год. Переменчивая погода заставляет аграриев тратить на защиту растений все больше ресурсов, делая этот пункт главной статьей расходов. Сорняки наше хозяйство не беспокоит, потому что мы уже отработали
Но есть первые признаки трипса, первые признаки на ячмене листовых болезней. Идет отработка. Мы еще дополнительно отрабатываем. Часть уже, когда была гербицидная обработка, мы в баковой смеси добавляли фунгициды. И будет сейчас повторный мониторинг, и где есть будет, как бы, необходимость, будем отрабатывать. Пока на севере страны ждут начала колошения, южные регионы республики уже пожинают плоды своего труда. Страда в самом разгаре. Аграрии уже выполнили 23% от плана жатвы. Намолочено 510 тысяч тонн, средняя урожайность составляет 20 центнеров гектара. Состояние яровых культур внушает надежду на хороший вал. Растения развиваются согласно плану, вовремя и с хорошими показателями. Можно даже уже говорить о видовой урожайности сельхозкультур. Июнь в этом году немножко попрохладнее был, поэтому немножко опаздывает в росте растения. Ну, я думаю, сейчас июль выровняет, подровняет все. Предпосылки, как я говорил, по зерновым у нас большие. Там все нормально будет и по гороху, чечевицы. Ну, а за лен, за рапс и сою мы еще поборемся. Пшеница у нас уже начинает колос спускать. Вот. Ячмень тоже сейчас в фазе в трубке тоже завершает. Пока рано сказать, ну, нормально. Я думаю, что в этом году дожди нам помогли. Вот смотрите, рядом поле, так, пшеницы. Вот так и должно выглядеть. Ни одно, вот смотрите, все зеленые. Флаглист прекрасный, колос, растения выровнены. Болезни абсолютно не наблюдается, и вредители тоже. Условия текущего сельхозсезона идеальны для отдельных групп зерновых и масличных культур. Растения получают необходимые суммы эффективных температур и достатки влаги в почве, но есть и те, за развитие которых агробизнесмены всерьез обеспокоены. Для зерновых этот год благополучный у нас, для пшеницы, для ячменя, для овса, для гороха все нормально и чечевицы. А вот для масличных культур, там, для льна, для рапса, особенно для сои, не хватает суммы эффективных температур, также еще остановилась в росте. Но вот буквально вот с этих дней уже начинается жара, соя подтянется. Лен в этом году как никогда, он прекрасно себя чувствует. Ну и зерновые, в общем, хорошее кущение, да, хорошая благозарядка. Внедрение инноваций и технологий не может заставить агробизнесменов полностью отказаться от старых методов ведения сельского бизнеса. К примеру, многие аграрии до сих пор обращают внимание на приметы погоды и, согласно им, корректируют свои действия. Ну, я, например, ориентируюсь на, вот, например, если зимой там вот буран, этот где-то 6 месяцев, значит, дождь будет, и в этом плане вот так как-то, ну, где-то старинный метод, если, например, там потом на 6 месяцев и вот так вот прикидываю погоду. Вот. А так сейчас погоду не определишь точно. Ну, у нас же зона рискованного действия вот в этом плане. Ну, приметы действуют, мы всегда ориентировались. Есть прогнозы долгосрочные, прогнозы Зюзина, и сельская станция дает прогнозы. Как заниматься сельским хозяйством и не прогнозировать. Они есть, и мы лично-то ориентируемся. Где-то совпадает. Конечно, климат меняется, не все прогнозы совпадают. Но как бы стараемся на это ориентироваться. Тем временем украинские аграрии уже намолотили 17,4 миллиона тонн зерна нового урожая. Сбор ранних зерновых и зернобобовых в стране выполнен на 52%, а зимового рапса собрали почти 2 миллиона тонн. Идет на понижение прогноз сбора российского зерна. Американские эксперты ухудшают его до 74 миллионов тонн. Экспортная оценка рынка также идет вниз. По их предположениям, Россия экспортирует в новом сельскохозяйственном году всего 34,5 миллиона тонн.